Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. 28 сентября 2019 года скончался советский и российский режиссер Марк Захаров. Маэстро умер в больнице, по предварительным данным, причиной смерти послужило повторное воспаление легких. Знаменитости не остались в стороне и решили высказать свои соболезнования родным и близким Марка Анатольевича. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что переживает смерть режиссера как личную потерю. Она напомнила, что Марк Анатольевич воспитал не одно поколение российских актеров и оставил после себя большое творческое наследие. Матвиенко навсегда запомнила его как умного и мудрого человека, а также как интересного собеседника. Не остался в стороне и глава России Владимир Путин. Он обозначил, что Марк Анатольевич являлся личностью колоссального масштаба, выдающимся мастером и творцом, а также необычайно талантливым человеком. Телеграмму со словами соболезнования президент направил дочери режиссера Александре Захаровой.